А это команда самых крутых, неунывающих. Скажите, как складывалась борьба? Расскажите. Борьба очень была напряженная, как бы. Все время наступали на пятки конкуренты, но мы испробовали, то есть мы блюфоксы, рапало, не рапало, все воблеры. Да, нет, не материнство. То есть все хорошие приманки, реально достойные, которые уважения, как мне кажется, даже на этом отдаем, и то не сработает. Ну, рыба есть, но... Кто виноват? Но не сегодня. Виновата погода? Водоем. Кто-то и должен быть виноват. У нас сегодня погода виновата. Команда номер 8. А ты что скажешь, Илюха? Я такую погоду, или рыбалку. Надо было больше водки, Да не, погода на самом деле нормальная. Знаю, немножко солнышка не хватило, чтобы блесенка играла на лучах. И, возможно, были бы результаты поинтереснее. Без комментариев. Еще мотора не хватало, эти весла. Я хотя бы знаю, куда сейчас ехать. Одна рыба. Бывает по медведь пишет. 4 метра. Александр Игнатов, иди, Максим. Усовец. Или как тебе? Откуда там совет? Турский самовар ты или кто? Усовец. Усовец. На соломина будет еще подельник. Лысовцы. Мы бригада удальцы. Мы из Лысовцы. Заехали с Лысовцы, блядь. Самый удачный рыбак пошел. Не, мы самые удачные. Хотя не, мы поняли, что это раньше приехали, сразу, как, да. Поэтому поехали. Мы буквально через 15 минут поняли, что надо бухать не надо. Да, не рыбачить. Я так понял, что у тебя не приняли весла. Не, я хочу взять бигфиш. Веслами. Ты пошел замочить веслами кого-то.